22 человека, а среди них 12-летний ребенок, пострадали из-за ракетного удара по Чёрткову на Тернопольщине. Частично разрушен военный объект и 4 дома, сообщил глава Тернопольской администрации. 109-й день войны. Мы продолжаем фиксировать преступления российских оккупантов. С вами «Нехта». Самое важное и интересное к этому часу. Расисты разрушили один из мостов в Северодонецке. Эвакуация мирных жителей под угрозой. По городу палят из всех видов оружия. Россия нарушила около 400 международных договоров, в том числе и Будапештский меморандум, в котором гарантировала Украине безопасность в обмен на отказ от ядерного оружия. Россия порушила цей Будапештський меморандум, то вважаю, що ми, як Захід, мали б право подарувати Україні ядерні боєголовки, так, щоб вона могла захистити свою незалежність. В Украину едут Шольц, Макрон и Драги, а безумного диктатора с днем страны поздравляет кучка других диктаторов. Уважаемый Гурбан Владимир Ильич Бердымухамедов также передал вам большой привет. Хотел бы передать вам. Спасибо большое. Спасибо. Ситуация в Донецкой и Луганской областях крайне тяжелая, сообщают местные власти. Продолжаются тяжелые бои. В Северодонецке российские войска в очередной раз обстреляли завод «Азот» и предприятие «Стеклопластик». В Лисичанске погибла женщина. Однако точное количество жертв подсчитать невозможно. Город под постоянными массированными обстрелами. В ночи российская армия зруйнувала другий мост. Он уже не проездный. И саме зараз массовано обстрілюють. Останній, третій міст. Так розумію, що просто вони хочуть повністю відрізати Северодонецьк від можливості або вивозити людей, або підвозити туди БК та підсилення. І, скоріш за все, що сьогодні-завтра вони будуть кидати всі резерви для того, щоб захопити місто. Однажды у тебя есть все, но приходит русский мир, и ты остаешься ни с чем. В Донецкой области разрушены 15 частных домов, как сахимический завод и электроподстанция. В Мариуполе оккупационные власти собираются выселять выживших из полуразрушенных зданий. Собираются их сносить. Куда будут выселять людей, оккупационные власти не говорят. Плачевные планы по отоплению зимой. Его не будет, а людям предлагают согреваться в палатках. Оккупанты начинают говорить правду, что компенсации не будет. Заявления переделывают с компенсации на помощь по ремонту. Озвучены планы на отопление зимой. Его не будет, но будут установлены палатки обогрева. Как в палатках собираюсь обогреть более 130 тысяч человек, скорее ответ, чем вопрос. Наши источники сообщают, что по плану школы будут работать только в теплый период, поэтому вместо летних каникул будут длинные зимние. Россия проигнорировала 400 международных договоров, говорит Зеленский. По его словам, Москва с 2014 года нарушила устав ООН, устав Совета Европы, Международную конвенцию по борьбе с финансированием терроризма и ряд других документов. Входит в этот список и Будапештский меморандум. Он гарантировал Украине безопасность в обмен на отказ от ядерного оружия. Подписалась под ним и Россия. Поэтому Запад имеет полное право предоставить Украине и ядерные боеголовки, считает депутат Европарламента от Польши Радослав Сікорський. Як відомо, Україна віддала свій ядерний арсенал після того, як у 94-му році підписано Будапештський меморандум. Сьогодні росіяни і навіть дехто інший каже, що це, мовляв, не були гарантії, як говорять словами. Усі тоді розуміли, що Україна замін цього буде незалежною країною у кордонах, встановлених за часів Радянського Союзу. Росія, безперечно, цей договір порушила і багато разів. Україна не мала операційного контролю над тим арсеналом та не мала також здатності утримувати його у безпечному стані. Але позаяк Росія порушила цей Будапештський меморандум, то вважаю, що ми, як Захід, мали б право подарувати Україні ядерні боєголовки, так, щоб вона могла захистити свою незалежність.
На России снова хлопки. В этот раз взрыв прогремел на территории воинской части в городе Клинцы Брянской области. Из-за взрыва, как сообщают СМИ, пострадала техника оккупантов, прибывшая на ремонт с войны в Украине. От этой военной части до границы с Украиной более 45 километров. А в оккупированном Бердянске прозвучало два взрыва. Гауляйтеры сообщают, в городе произошел теракт, горела подстанция. Треть города осталась без света. Однако к этому часу возгорание уже потушили. Якобы произошло короткое замыкание, а за ним два хлопка и пожар. Возможно, это дело рук украинских партизан. Жители юга Украины не собираются сидеть сложа руки под оккупационной администрацией. Несколько хлопков уже организовали в Мелитополе. В Херсоне массово расклеивают листовки с угрозами. В Сутим временем теснят оккупантов. Є факти, факти наступні про те, що за останні два тижні десь 5, десь 7 кілометрів відсунута лінія фронту від Запоріжжя. Тож деокупація і міста Мелітополя буде, і інших тимчасово окупованих територіях буде. Саме такий порядок денний ставлять наші захисники собі на найближчі часи. Окупаційна влада міста заявила, що готується до референдуму. Які реальні настрої населення на сьогодні? Чи підуть люди на це псевдоголосування? І що будуть робити, якщо їх змушуватимуть під дулами автоматів? Ви знаєте, тут треба питання розділити на дві частини. Перш за все, окупанти кажуть, що буде якийсь референдум. Якийсь фейковий референдум. Ми це бачили в Криму, ми про це багато чули. І зовсім немає значення настрій людей для референдуму. Звичайно, жителі міста Мелітополя не підуть на референдум та не підтримують російську владу. Може 3-5%, але вони є, мені здається, в кожному місті України, які з глузду з'їхали та можуть підтримати рашистів. Але здебільшого українці не підтримують рашистську окупацію, тому вони не підуть. Але рашисти, якщо захочуть провести референдум завтра, або сьогодні вночі, або за одну годину, вони точно його на камеру проведуть, точно покажуть, що всі його 100% підтримали, або, як в найкращі часи Януковича, 110% проголосують «за», і не в тому зроблять якусь галочку. Але на що це впливає? Точно ні на що не впливає, тому що точно всі впевнені в тому, що і Мелітополь, і інші міста тимчасово окуповані – це українська територія, і їх треба звільняти. Так выглядит выпускной альбом у старшеклассников из Чернигова. Три выпускных класса сделали фотографии на фоне руин, которые оставила после себя российская армия при попытке захвата города. «У нас украли праздники детства», — говорит одна из выпускниц. Автор фото Станислав Синик собирается продать их на благотворительном аукционе, а заработанные деньги отправит на помощь украинским военным. Напомню, с начала войны в Украине погибли 287 детей, еще более 500 получили ранения. Больше всего таких в Донецкой, Харьковской и Киевской областях. Вот Донецк 10 лет назад. Уже и не верится, что такое было возможно. Город принимал евро, и сюда съезжались фанаты со всего мира. Стадион «Шахтер» был суперсовременной ареной. Теперь, благодаря оккупантам, он зияет дырами, а МММщик Пушилин болтает о возрождении футбола в Банановой республике. Однако за 8 лет так ничего и не создал. Современный Донецк – это смертные приговоры, казни, убийства, пыточные подвалы, фильтрационные лагеря. Потрясающий пример того, как за относительно короткий срок – цивілізований і розвитий город проваливається в темні віки і мракобесія. Ми любимо Донецьк, ми любимо Україну. Тут дуже гарно, і тут живуть доброзичливі, дружні люди. Коли я приїхав у Донецьк, я трохи хвилювався. Але зараз це найкращий час у моєму житті. Тут все відмінно, а донецька фан-зона найкраща у світі. Я просто приголомшений. В Украину едут Макрон, Шольц и Драги, в Россию – новоназначенный президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов. Официально страна – президентская республика, но фактически папка Гурбангулы просто передал президентскую должность своему сыну, которого, конечно же, с радостью выбрал народ. Эх, не повезло ботоксному с дочками, было бы меньше проблем с преемником. Для президента Туркменистана в России приобрели чудо российского автопрома – белый Аурус Сенат. Неожиданный для представительских лимузинов белый цвет – не случайность. В Туркменистане запрещены автомобили черного цвета, и даже темные детали экстерьера объявили вне закона. Старый и молодой диктатор в Кремле обменялись орденами и любезностями. Мы очень рады вас видеть. Добро пожаловать. И, конечно, в самом начале
Хочу вас попросить передать самые наилучшие пожелания предыдущему президенту, моему хорошему и доброму другу, с пожеланием ему новых успехов и здоровья. Уважаемый Гурбангулы Меликович Бердымухамедов, также передал вам большой привет. Хотел бы передать. Спасибо большое. Спасибо. В День страны россиянам есть чему радоваться. Россия семимильными шагами несется в пропасть жесткой диктатуры со всеми вытекающими последствиями экономического спада и закручивания гаек. Приветы и поздравления по случаю главного в Мордоре дня сегодня сыпятся не только от друзей диктаторов. Мы, конечно же, тоже с удовольствием присоединяемся к этим поздравлениям. Сегодня Россия отмечает День России. Желаю поражения в агрессивной войне против Украины, отказа от имперских амбиций и построения современного, демократического и правового государства. Настоящие герои не носят Z. Уфа. Патриот в футболке со звастикой ворует бордюр. Жена, как водится, стоит на шухере. Все вокруг колхозное, все вокруг мое, очевидно, до сих пор девиз россиян. Поэтому в хозяйстве этому ловкачу пригодится даже эта часть тротуара. Шаманы помолились за российских оккупантов в Украине. Согласитесь, какая ирония. Покоренные малые народы России, представителей которых русские даже не считают за людей, просят высшие силы помочь своим завоевателям в убийствах и грабежах. Будет смешно, если боевых шаманов отправят на спецоперацию. Пусть наши воины, что отстаивают интересы украинского народа и суверенитет России, будут счастливы. И пусть народ, который... мы освобождаем от нацистского ига, живет счастливо и богато. Но есть еще и благоразумные люди. В Бурятии пенсионерка написала в чате своего садоводства, что российские военные в Украине не герои. Ей дали 40 тысяч рублей штрафа, конечно же, за дискредитацию российской армии. В вайбер-чате на 59 человек обсуждали военных, которые возвращались после спецоперации домой. Администратор спросила, как встретить героев. Ирина Фольц написала, что думает по поводу их геройств. На нее донесли в полицию. Мне стали писать, что у меня фашистские взгляды, что все со мной ясно и что фамилия у меня такая подходящая. А какая такая фамилия? Фольц – это фамилия мужа, его родители – поволжские немцы. А моя девичья фамилия – Трунова. Я родилась в Улан-Удэ и всю жизнь в Бурятии прожила. На дворе шел 21 век, а Россия делала гидки в лучших традициях немецкой пропаганды. Кажется, теперь мы точно знаем, кто вдохновляет рашистов на создание этих листовок. Украинское издание откопало старые гитлеровские листовки и сравнило их с современными рашистскими. Еще одно доказательство того, что поиск нациков рашистами должен был закончиться в пределах их собственных границ. Ну а на этом у меня все. Спасибо, что остаетесь с нами. Сама актуальная информация в телеграм-каналах Нехта, а просматривая рекламу в Ютубе, вы поддерживаете развитие наших ресурсов на всех фронтах. В комментариях писали, что делать, если премиум. Заходите на канал в режиме инкогнито и помогайте нам доносить правду. В этом также помогает и ваша активность. Благодаря комментариям, лайкам и распространению ссылок ролики показываются еще большему количеству пользователей. До новых встреч и хороших вам новостей!